Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 30 августа. Память преподобного отца нашего Александра Свирского. Блаженный Александр родился во владениях Великого Новгорода в Абанежской области, которая была расположена по реке Ояти, в селе, называвшемся Мандера, и находившемся против Островского монастыря Пресвятой Богородицы, честного ее введения. Он родился от отца по имени Стефана и матери именем Василисы, по некоему явлению божественной силы, и был освящен святым крещением. У родителей преподобного Александра преждевременно прекратилось рождение детей, и они молились Бога о возвращении им способности чадорождения, после чего и родился у них сын Амос, впоследствии преподобный Александр. Когда наступило время обучать его грамоте, то он отдан был родителями для изучения божественных писаний. Но в то время, когда товарищи его по учению успешно проходили науку, он медленно усвоял ее. Это было по особому усмотрению Божию, чтобы он получил разумение от Бога, а не от людей, что потом и случилось. Однажды он пришел в церковь и, пав перед образом Господа нашего Иисуса Христа и Пречистой Его Матери, со слезами стал молиться о том, чтобы дано было ему разумение к изучению божественных писаний. И на его молитву немедленно же последовал ответ. Он услышал голос, который сказал ему: «Встань, не бойся, ты получишь то, о чем просил». Обрадованный отрок встал и пришел к отцу своему. Отец и мать заметили его душевную радость и предугадали, что она происходила от проявления к нему милости Божией. И, думая так, благодарили за это Бога. Блаженный же отрок с этого времени стал оказывать быстрые успехи в учении, причем внимательно слушал чтение божественных книг и во всем повиновался своим родителям. В то же время он соблюдал такой строгий пост, что только раз в день употреблял в пищу один хлеб, и то в меру, по ночам же спал очень мало. Родители отрока приходили от этого в изумление, и мать, увещевая его, однажды сказала ему: «Сын мой, зачем ты так изнуряешь себя? Принимай пищу вместе с нами и спи, как и мы». Но отрок ответил на это матери: «Для чего ты, мать моя, говоришь мне это, отклоняя меня от приятного мне воздержания? Ведь в Писании сказано, что пища и питье не приблизит нас к Богу. Оставь меня поступать так, как я начал». Удивляясь такому мудрому ответу сына и особенно видя, что к такому подвигу у него есть искреннее желание, мать сказала ему: «Как хочешь поступать, сын мой, так и поступай». Но дивный отрок чувствовал более влечение к подвигам, нежели к видимым благам. Обилие имущества считал тенью, и на все, что есть человеческого на земле, смотрел, как на суетное и ничтожное. Когда он достиг совершенного возраста, то родители хотели было сочетать его законным браком, но боголюбивый юноша уклонялся от этого. Он всегда желал и думал о том, чтобы уйти из мира и достичь того, чего желал. Взяв благословение у отца своего, как бы для того, чтобы идти в находившееся неподалеку селение, он ушел из родного дома и, наставляемый Богом, или лучше сказать, имея своим спутником ангела, пришел в монастырь Святого Спаса, боголепного его преображения, что на Валааме. Он упросил настоятеля этого монастыря постричь его в иночество. В это время ему было от роду 26 лет. Поступив в монастырь, он с таким усердием предавался подвигам добродетельной жизни, что все стали говорить о нем. Тяготясь такой известностью, он и спросил у тамошнего настоятеля благословения, и, не взяв с собой ничего, кроме необходимой одежды, ночью ушел из монастыря. Он пришел на то место, где сперва хотел было поселиться на жительство, когда ушел от своих родителей. Место это находилось на берегу озера, на расстоянии 4 поприщ от реки Свири.
Здесь преподобный построил себе небольшую келью, которую и пользовался для кратковременного отдыха от своих подвигов. Однажды он обходил окрестные местности, ища такой, где бы он мог устроить себе жилище, и увидел красивое место, освещенное неким божественным светом, на котором и до ныне стоит монастырь. Когда он находился здесь, и случилось ему однажды выйти из своей кельи к озеру, чтобы почерпнуть воды, то послышался с неба голос, который назвал его по имени и сказал ему: «Так как ты был исполнителем моих заповедей, то за это я соберу к тебе бесчисленное множество людей. Ты же не отвергай их, но прими с простертыми руками и будь им наставником ко спасению». Услышав эти слова, преподобный пал ниц на землю и вознес Богу благодарственное моление, после чего, почерпнувши воды, возвратился в свою келью. Спустя несколько времени после сего преподобному пришел родной брат его по имени Иоанн, который разыскивал его. Увидев брата, преподобный обрадовался ему, и они оба стали трудиться, чтобы сделать себе более просторное жилище, так как хотели жить вместе. Но вскоре брат преподобного скончался, и Александр, воспев над ним погребальные песнопения, похоронил его. После этого преподобный снова отдался строгому постничеству, и число братьев умножалось. Они, пребывая в безмолвии, жили отдельно один от другого и подражали преподобному каждый по мере сил своих. Так проводил жизнь свою преподобный и достиг того, что молитвой своей прогонял бесов и имел своими собеседниками ангелов. Однажды он удостоился видеть самого Бога, явившегося ему в трех лицах, и беседовать с ним о том, как создать церковь, построить монастырь и собрать братию. Когда затем он молился о том, где поставить церковь, то ангел Господень указал ему место для нее. Братья принудили его принять священство, и спустя несколько времени он построил церковь во имя Святой Троицы и осветил ее, после чего число братьев стало еще более увеличиваться. Хотя преподобный и принял игуменство над братьями, но не изменил своего правила и, будучи игуменом, подавал всем пример смирения. Помни слова Господа, сказавшего: «Если кто хочет быть из вас большим, да будет для всех меньше и всем слуга». Поэтому преподобный смирял себя, стараясь быть меньше всех и всем служил. Он всем давал собой пример и трудился раньше всех, выходя на работу. Всегда он делал все сам своими руками. Ходил в поварню, месил тесто и пек хлебы, иногда носил из озера и воду, рубил дрова и носил их в монастырь. Иногда он приходил в мельницу, где иноки мололи рожь, и в то время, когда они еще спали, брал приготовленную для размола рожь и измолов назначенную для каждого инока часть, ставил измолотой на своем месте, а потом уходил в свою келью. В церковь он приходил прежде всех и после всех выходил. Никто никогда не видел его лежащим даже на рогоже или возливающим на тело свою воду. Одежда ему служил сделанный из грубой ткани подрясник, настолько сильно истертый, что на нем нашито было множество заплат. Многие неразумные люди издевались над ним и поносили его, но он такие поношения принимал от них с радостью. По прошествии некоторого времени, по изволению Божьей, преподобный построил каменную церковь во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, расширил монастырь, по четырем сторонам велел построить кельи, а посередине выстроил большую церковь с трапезной и устроил все прочее, что было полезно для нужд братьев. Так богоугодно провел жизнь свою преподобный и до конца дней своих продолжал свои подвиги, за что и получил от Бога дар чудотворения еще при жизни своей. Наконец, чувствуя, что наступает время его отшествия к Богу, он призвал к себе братьев и сказал им: «Братья, вот уже приближается конец жития моего, и я ухожу из этой жизни. Вручаю вас Богу, да сохранит он вас и утвердит в любви своей». Сказав эти слова, преподобный поучал братьев хранить между собой любовь, быть снисходительными друг к другу и упражняться в других добродетелях. В заключение он завещевал им, чтобы и после его смерти никто из них не держал у себя никаких опьяняющих напитков. Когда же наступил час, который душа преподобного должна была отойти к Богу, он воздел к небу руки свои и сотворил молитву, закончил ее словами: «Господи, в руки Твои предаю дух мой».
Так, с молитвой на устах, преподобный предал честную душу свою Господу. Это произошло в 1533 году, в 30-й день месяца августа. Всех лет жизни его было 85. Честное тело его с почестями было погребено у церкви Боголепного Преображения с правой стороны у алтаря. Оно подает многие исцеления приходящим с верою к святому гробу преподобного. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.